Сейчас мы находимся на настоящем военном полигоне, где через несколько минут будут слышны выстрелы и начнется завоевание Африканской Республики. Сегодня мы проводим игру. Задача будет по игре, значит, на полигоне имеется две точки, которые будут удерживать одна сторона. И задача второй стороны к концу игры, которая будет протекать в течение 4-5 часов, захватить эти две точки и удержать наконец игры. Соль вся в том, что это действительно первый раз игра организовывается. Мы первый раз действительно имеем состав более 30 человек. То есть это первый раз на юге Башкирии. То есть до этого, вот как я говорил о тех предыдущих трех играх, там и состав маленький, и как бы не было сценария. То есть это просто собирались, побегали, постреляли и все. То есть здесь будет соль, будет смысл. Смысл победить. Дома скучно сидеть. Вот один-единственный выходной решила как-то разнообразиться. Вот. Друзья очень долго занимаются этим всем. И очень затягивает немного. И решила сама попробовать на себе, как это, побегать, пострелять. Хотя ни разу еще не было опыта. Феликс и Алексей занимаются страйкболом уже около года. Сегодня они приехали в Стерлитамак специально на игру и будут представлять мелиузовскую команду, которая называется «Щит». Наше отделение будет сидеть в обороне, и нас будут многочисленные силы противников выбивать оттуда, как была доставлена информация от организаторов. Знаете, это бывает... лучше, чем за компом сидеть. За неделю так назлишься, на работе проблемы, на учебе, а тут выбежишь, и можно весело провести время, выпустить пар, повеселиться и... В общем, настоящий мужской активный отдых. Сегодняшняя игра длится 5,5 часов. В ней принимают участие 48 человек из 6 команд Юго-Башкирии. Если вы хотите стать участником, можете связаться с организаторами через группу ВКонтакте. Наталья Милконова, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.